«Час добра». Такое название для тематического урока было выбрано не случайно. Представители кандалакшской организации помощи животным «Джульбарс» рассказали ребятам о том, как нуждаются в помощи человека животные, оказавшиеся на улице, и как важно обдумать и заранее оценить свои силы и возможности, прежде чем завести питомца. Ведь бездомные четвероногие оказались на улице именно по вине человека. Одним из таких несчастных выброшенных оказался кот по кличке Пират. Его нашли в весьма плачевном состоянии. Кот попросту умирал в муках. Деньги на его лечение собирали всем городом. Спасти один глаз не удалось, зато получилось спасти жизнь. И теперь этот здоровый и упитанный представитель семейства кошачьих смог посетить ребят в качестве прививки доброты. После урока третьеклашек на улице ждал еще один сюрприз – встреча с настоящей служебной собакой. Это мероприятие мы провели первый раз, но надеемся, что это станет нашей доброй традицией. Детям очень понравилось, они были счастливы и рады. Тем более было живое общение с животными. Если родители будут нам помогать организовывать такое мероприятие, мы, думаю, проведем его еще раз в других классах. Ну а кот-пират вместе с товарищами по несчастью, животными, пострадавшими от человеческого предательства, ждет новых и, несомненно, самых лучших хозяев. Если вы думаете, что сможете ими стать, звоните по телефону 8 960 021 32 27. Быть может, это ваша судьба.